Максимально сложная и неприятная игра состоится сегодня между командами Карлсруэ и Гамбург. Дело не в том, что кто-то будет играть грубее, а кто-то будет играть менее грубее и менее энергозатратным, а в целом Карлсруэ может финишировать. Гамбург, который уже пытается который год выйти в высший свет немецкого футбола. И, конечно, для команды Вальтера 4-2, 1-1, 2-1 на поле Карлсруэ, конечно же, доставляет много неудобств. Карлсруэ для всех команд неудобная. Оснабрюк недавно потерпел поражение от них 3-2, причем на своем поле. Взрывоопасная команда Айхнера, которая, ну, так скажем, рассчитывать может только на свои силы. Мы с вами прекрасно знаем, что в Германии многие команды просто выживают. Это касается даже клубов высшего света, то есть Бундеслиги 1. Яркий пример этого сезона, это, конечно, Боруссия Мönchengladbach. И вот во второй Бундеслиге это Герта Берлин. Но мы не будем отходить от темы. Я считаю, что вот этот матч, это реальная проверка для Ласло Бенеша, Глацеля и Домпе, потому что 5-2 над Шальке, 5-3, вернее, Шальке, это, конечно, хорошо, но там было удаление, и деморализованный Шальке не смог ничего противопоставить на поле северян, так сказать, портовиков. Ждем матч, он будет весьма интересным, и кто выиграет, рассудит время и футболисты, как всегда. А вас я призываю подписываться на данный проект, потому что дальше будет интересней. И дело не касается Лиги Чемпионов, либо Чемпионата Италии, а много будет интересной информации, касаемо именно прогнозов на спорт. Спасибо.